Серый кардинал российской экономики вместо Сергея Шойгу, которому не простили затяжное так называемое СВО. В воскресенье вечером Путин предложил назначить новым министром обороны Андрея Белоусова. Я практически ежедневно принимаю решения, которые не то что подспудно вызывают, понимаете, там брожение самых что ни на есть демонических сил, понимаете? А иногда это все просто эти монстры бегают просто по поверхности и грозят затоптать. Кто он такой? Не знают даже в прокремлевских пабликах. У меня только один вопрос. А кто это? 65-летний Белоусов к армии не имеет никакого отношения. Как и Сергей Шойгу, не служил. Экономист по образованию, он долгие годы был финансовым советником Путина и первым вице-премьером. Где показатели-то? Значит, кнопка сбоку, Андрей Рымович знает. Можно ли? Значит, ну чем это интересная история? То, что можно объединить все в единый информационный центр. В 2023 году Белоусов представил классификацию видов бизнеса в России, придуманную в 90-х годах его знакомым. Я применяю до сих пор, как мне кажется, с успехом, что есть три вида – это крысить, хрючить и копытить. Понятно, значит, крысить – это налетели, съели, побежали на другую кучу. Значит, хрючить – это когда корыто есть, и, значит, все отгоняют там, и долго, значит, припадают к нему, отгоняют. А копытить – это вот когда олень из-под льда добывает кусочек ягеля, долго стучит, выковыривая и так далее. В свежей сводке Институт изучения войны пишет, Путин решил поставить во главе Минобороны своего бывшего помощника по экономике Андрея Белоусова, чтобы подготовиться к затяжной войне против Украины и возможной конфронтации с НАТО. Белоусов известен как очень влиятельный бюрократ в администрации президента. И у него есть очень мощные связи и в ФСБ, и в контрольном управлении президента, и в счетной палате. И понятно, что сейчас Белоусов начнет с ревизии, которая вскроет гигантскую разницу между тем, какой бюджет выделялся на Министерство обороны и на российскую армию, и тем, что реально построено и стоит на балансе. По мнению министра обороны Великобритании Гранта Шапса, Белоусов – очередная марионетка Путина. России нужен министр обороны, который бы исправил это катастрофическое наследие и положил конец вторжению. Но все, что они получат, это еще одну марионетку Путина. В самом Кремле заявили, Путин решил назначить министром обороны экономиста Белоусова из-за необходимости внедрения инноваций. Российские журналисты отмечают, Белоусов всегда выступал за повышение госрасходов и в последние годы активно занимался изъятием сверхприбылей у экспортеров. По мнению аналитиков, Путин может использовать опыт Белоусова для объединения военной и экономической политики. Это значит, что ситуация с военным производством, с изготовлением военной техники, без которой российская армия не может воевать, видимо, очень плохая. Его как раз бросают на решение, видимо, проблемы максимально быстрого наращения производства оружия. Больше он ничего сделать не может, как вы понимаете, стратегических знаний в том, как вести военные кампании, у него просто ноль. Это поразительно странное назначение, но это абсолютно Советский Союз. Как и все другие российские ключевые государственные деятели, Белоусов в списке лиц, которым применены санкции США, ЕС и других стран.